Таиланд – это не только красивая природа, пейзажи, но и вкуснейшая еда, фрукты, множественные рынки. В этом видео смотрите рынки Таиланда, продукты, фрукты, еда, цены и экзотика. Приятного просмотра, друзья! Ой, фак, вот это даже я не хочу. Да? А ну давай. Держи ежа. Да. О! Что там? Давай, давай, ням-ням, хорошо, давай. Да, да. Да, Юра, ты голодный рот покажешь? Вот, вот. Не голодный рот. О, а так голодный, да. Сейчас и мы присадимся. Ого, ты видела, что впереди тебя ждет? Вау, наконец-то рыба! Ну что, народ? О, дуриан, смотрите. А кому здесь? Тут вроде можно браться. Там уже отбили, да? Угу. Как он так, пахнет? Так, и что тут? Ни хрена. Мы разрезаем дальше и ищем что-то. Что же тут съедобно? А, вот. В поисках съедобного. Вот так вот дуриан выглядит. Давай ехать дальше. Рынки Пхукета выглядят вот так. Фруктовые рынки. Горы ананасов. Как у нас буряки сладкие. Свекольные. И сахарные. Рынок фруктов в Пхукете. Повсюду горы ананасов. И вот 10 бат один ананас, по-нашему это около 8 гривен. Смотрите, размер ананасов огромных. Каждый из них стоит 8 гривен. В Украине такой больше 100 гривен. Изобилие. Машина с ананасами. Ананасы такие, где-то от 10 бат. Фруктовый рынок на Пхукете. Но здесь много чего еще есть. Рыбка дешевая. Вкусняшки. Окей. Друзья, мы решили протестить таиландский ресторанчик, все включено. То есть ты приходишь, платишь 239 бат в нашем случае и выбираешь все. Креветочки готовы. Вот так это выглядит. Устрицы, креветки
и жарится еще лежушка тут. Бля, напала на разные вкусняшки. Это все рыба. Вот это рыба, там рыба. Это все поросятина, курятина. Ман? Вот так вот выглядят местные рынки для своих. Здесь сами тайцы покупают. Цены процентов на 20-30, бывает даже 50 дешевле, чем на рынках туристических. А бывает и в разы. И везде помним, что нужно торговаться. Рыбный отдел выглядит вот таким вот образом. У нее, видите, огромный лежит. Осьминоги. Ты живые? Нет, сортируют. Девчонки, это для вас. Жареная крыса. Ну? Да. Тусканчик, да. Я взял кузнечика. Видите, кузнечик. Ну, тестим. Это поменьше кузнечик, видите? Личинка, не знаю, что. Но... Не, не очень. Так, привет, друзья. Едим кузнечиков. И тут всякая еще хрень. Сверчки, кузнечики, личинки. Живые? Не, жареные. И очень прикольно они с этим самым соевым соусом. Большой кузнечик. А, это таркан. Ой, фак. Ой, мама. Это то, что бегал по... Да. По ванной. Ням-ням-ням. Ой, ты уже... Нет, я еще не решилась. Личинка. Вот. Муха какая-то. Это тараканы, те, что бегали по этому. Тараканы. Сейчас я кузнечика найду. Я личинка. Она не такая противная вроде на вид. Ну, туговато говорят. No. Ну что, личинка? Да. No. Скоро и муха личинка внутри, да? Будет. А у меня есть жирненькая. Вот. Ой, фак. Вот это даже я не хочу. А ну давай. Спасибо, я только настроилась. Отдых в Тае нам очень понравился. И, конечно же, разная экзотика и вкусняшки. Мы перепробовали массу вкусностей и фруктов. Около 10 фруктов ели впервые. Часто питались в местных кафешках, и никто из нас не пострадал. Так что приезжайте в Таиланд и наслаждайтесь изобилием. Понравилось видео? Не забудь поставить лайк и подписаться на канал. Увидимся в новых странах. За новые эмоции, ощущения, за новое сознание, за новые радости. Ура! Uh-huh.